Итак, друзья, два больших пакета. Ну вот, смотрите, первый пакет, даже не знаю, как это все поместить в объектив. Это у нас из сайта AliExpress из Китая. И такого же плана еще один пакет. Большие, но зато легкие. И что здесь внутри, ссылка, как всегда, в описании под этим видео. И не забываем заходить в наши группы в Facebook, Instagram и Telegram, где товары после обзоров продаются по ценам ниже, чем в Китае. Короче, кто успел, тот купил. Все ссылки в описании. Значит, здесь сразу скажу, что это такое. Давайте открываем по порядку. Сперва первую, потом вторую. Это меня просили заказать вот такой вот набор туристических принадлежностей, потому что это для тех, кто ходит в походы, будет зачетная штука. Вот, и как помните, мы его заказывали на сайте AliExpress, я даже делал отдельный видос по этому поводу, по своему заказу. Смотрите, какая пупырка. Офигеть. Здесь китайский воздух пошел. Вот, я даже делал отдельный видос. Так, давайте еще сразу откроем вторую. Что, короче, под разными аккаунтами на сайте AliExpress получается разная цена на этот товар. То есть я с своего аккаунта захожу, у меня одна цена. Я захожу с другого аккаунта своей девушки, у нее другая цена. Мой кореш, который меня также просил заказать эти товары, у него также другая цена. Вот, и мы сэкономили на вот этих вот двух посылках. Ну, это стоит где-то по $20 вроде, да, $40 вместе. Вот мы сэкономили где-то $8. С $40 мы сэкономили $8, разница. Просто у меня на аккаунте цена дороже. А в девушке дешевле. Вот мы с ее аккаунта и заказали это все. Смотрите, все в пупырках, но коробочка здесь чуть пострадала. Я не знаю, сейчас будем смотреть, все ли целое внутри, потому что здесь алюминий, металл какой-то. Вот, поэтому я даже там вам в том видосе говорил, что смотрите, друзья, сравнивайте цены, потому что на один и тот же товар могут быть разные цены в разных аккаунтах. Это на $40 $8 мы сэкономили. Если будет, к примеру, там телефон за $100 или там за $200 или за $300, вы сами понимаете, какая может быть разница. Поэтому смотрите у себя цены, также сбрасывайте тот же товар вашему другу, пускай он также посмотрит, и возможно у него будет это дешевле, поэтому лучше дать ему деньги, пускай он вам закажет, и тем более сэкономите 20-30 там и так далее баксов. Кстати, сейчас вот посмотрите по ссылке в описании, сколько, какая цена у вас на этот товар. У меня, я сейчас делю, где-то здесь сделаю скриншот и покажу, какая стоимость у меня на данный момент, и вы напишите, какая цена у вас сейчас в вашем аккаунте. Итак, смотрим, что у нас здесь приехало. Это у нас вот такой вот набор. Это сковородка какая-то, кастрюля и еще что-то. Сейчас посмотрим. Но здесь она вроде пострадавшая. Не знаю, сейчас будем смотреть. Так, вытаскиваем. Это все идет в чехле. Да, но коробка, конечно, я не знаю, вроде пакет целый, но коробка пострадала. Итак, дальше что у нас здесь? Такая вот защитная сетка, сумка. И внутри у нас кастрюля первая. Насколько... Так, сейчас. Вот так вот делается ручка. Все удобно. Потом можем это все как-то складывать. И обратно прятать себе в рюкзак. Места много не занимает. Металл. Так, здесь крышка съемная. Вот, на 1,5 литра. Вот, толщина металла, ну такая, не очень толстый, но и не очень тонкий. Вот такая вот кастрюлька. Подогреть воду, сварить какой-то супец. Все, дырки на крышке имеются. Вот, понятно. И второе, это у нас здесь сковородка, а ручка у нас, ручка здесь у нас есть, сковородка такого же плана, ручка прячется, оп, защелкиваем, все в порядке, все целое, главное, чтобы все целое, потому что посылка шла почему-то очень долго, не понимая почему. Другие посылки с теми же кастрюлями ему пришли быстро, мне почему-то шла долго, я не знаю.
Вот, и здесь также все целое. Вот такая вот кастрюлька и такая вот сковородка. Цена $20 была на момент покупки. Сейчас смотрите, сколько у вас стоит. И сравнивайте в других аккаунтах также цены. Потому что, говорю, цены на эти кастрюли были разные. Мы сэкономили просто $8 на ровном месте. Заказав с аккаунта девушки. Я заказал и сэкономил. Так, смотрим, что у нас здесь. Как видите, все, упаковочка хорошая, как бы не какой-то подвал. Даже есть сайт, вот можете перейти посмотреть. Так, так. Кстати, там много заказов этого продавца, постоянно заказывают люди, поэтому я думаю, что качество отменное. Здесь какие-то даже лейбы имеются, не все так просто. Так, ну а здесь должно все быть целое, потому что коробка целая, но проверим. Вот, так, здесь такая же кастрюлька. Так, открываем. Кстати, кто хочет себе что-то заказать из Китая, да? Или любого другого магазина, но не знает, как это сделать, вы можете также обратиться к нам. Форма заказа есть в описании под этим видосом. Мы сделаем заказ и все вам отправим. Смотрите, ссылки все есть под видео. И также переходите в наши группы Facebook и в Instagram, где все товары после обзоров, товары с обзоров продаются в наших группах. По ценам, что самое главное, ниже Китая. Но эти сковородки продаваться не будут, потому что они под заказ, их сразу же забирают. А те товары, что с обзоров, по-любому найдете. Там у нас большой ассортимент, переходите также, смотрите. Ну и сковородочка также все целая, все good. Так что, друзья, вот такие вот у нас сегодня туристические принадлежности. Ссылки все будут в описании под этим видосом. Переходите, смотрите, ставьте лайки и ждем очередные видосы. До новых встреч!